Наше огромное спасибо Таджикской Федерации за то, что нас так приняли прекрасно. А если бы не Таджикская Федерация, мы не смогли приехать. Втроем, потому что я мама, папа их, который главный тренер, не смог приехать. И я как бы замещаю его. И мои два сына. Так как вот этот сын Заки Каяли, самый молодой участник этой азиатских игр, ему только исполнилось 18 на день игр. Он у нас бился хорошо и получил бронзу. И второй сын, альхамдулиллах, и второй сын Хазам Каяли, у которого были очень серьезные бои, и он все равно выдержал и выиграл серебряную медаль. Спасибо большое, это Душанбе, Таджикистан. Тот момент, который вот флаг ваш сын держал, таджикский флаг, это о чем говорит? Говорит о том, что мы почувствовали вот эту вот любовь к вам, какую вы нам дали, какое гостеприимство мы почувствовали, какую любовь мы почувствовали. Он мне позвонил на утро и сказал: мама, я не выйду, пока у меня не будет таджикского флага. Я говорю: все. Я тут же подошла к вашим представителям, они мне дали флаг, они даже не знали. Я им сказала: не переживайте, мой сын хочет выйти с вашим флагом, потому что он хочет показать любовь этому народу и благодарность. My name is Hazem Kayali. Before anything, I would like to thank Tajikistan and the people of Tajikistan. They've been nothing but welcoming to us all. The tournament's been amazing. We live and we learn. Alhamdulillah for everything, and I'll see you guys next time. Out of all the tournaments, this one we felt more than welcomed by the Tajikistan people, the federation. It was an amazing experience. Alhamdulillah, out of all the IMFs, I finally got my medal. Not the medal that I wanted, of course, but alhamdulillah, it's what I got. I'll be competing, of course, in the next one. Thank you so much to Taj Mahal. See you guys in the next one. And another thing, Asian competition is the toughest competition. And winning here in Tajikistan, full of champions, is a privilege. So thank you, Aymar, thank you, Taj Mahal, thank you, Dushanbe, Tajikistan.